наверное, этот клуб лотарился Хром. И у тебя появился в бюджете такой на шторке. Можно было включать, что я брал. А вот покажем. Ты можешь что-то другое смотреть, Телеграм читать, например, там, или Вайбер. Открываешь, вот. Нужен наставку. Если бы это и сиськи было, это было бы понятно. Не, ну это понятно, что плюс-минус, но у всех по-разному. Но если при этом на мощность она была вот такая, другая вот такая. Педро. Ну, Педро, ты знаешь, какой Педро? Ну, вот, Бартель Педро. Не, ну, это понятно, что чужие имена, они всегда странно звучат. Есть такой даже попал, значит, его гестапо допрашивает, ваш имя, он Жегош, шепший, что-то там, вот, и в
общем, короче, прям комическая такая сцена. И офицер так пару раз попытался на пишущей машинке напечатать это имя, а потом он вызвал объединительного ординарца и говорит, ты же. А вот мне левой рукой удобнее мотать, а не правой. Ну, что так? Что не то у меня? Правой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.